Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами очередными новостями с вести с политикой. Вообще это дело для своих друзей, для своей любимой жены и для своих детей, чтобы они знали, как делался этот долгожданный, всеми любимый и ленит ремонт. Ну и так, поехали! Что, простробили стены? Ты молчи! Проложили провода. Вымели под розетники. В общем, с электрикой практически все закончилось. Стало замуровать розетки и все. Поэтому мы занялись разметкой потолка. Разметка потолка мы осуществляем при помощи лазерного уровня, лазерного нивелира. И делаем мы следующим образом. Мы соорудили такую конструкцию, которая включает в себя стол, вот эти вот канистры, штатив и вот лазерный уровень, который возвышается над всем этим. И используем также красящую нить. Мы включаем лазерный уровень, выравниваем туры, и при помощи лазера такой красящей нити мы раскрашиваем, делаем пометки. И это делаем специально, чтобы у нас не получилось. Нет, это так делается. Как она красит? Вот так, чем смотри. Ее закрасит? Оп! Готово! Видите, как все шикарно и здесь просто. Ничего не видно на камере. Зато мы. Зачем мы можем показать еще кое-что? Наши большие дубины. Все, спасибо за.